Шустрый скинул координаты тайника. Крест у лагеря бандитов. Описание содержимого даже присутствует. Часто встречающийся артефакт. Также он сказал, что туда отправился бандит. Если мы хотим заполучить этот артефакт, содержание этого тайника, то должны поторопиться. Потому что он туда отправился не с пустыми руками. Но меня больше смущают не бандиты, а мутанты, которые здесь могут быть. Так, взять все и бежать. Отстал кабан. Так, я не знаю, стоит ли подходить теперь к КТП. Хотя почему нет? Мы же бандитам как бы ничего плохого не делали. Считаю, я в бандитском плаще. В принципе, это даже неплохо. На начальном этапе игры. Так, что я забрал? Забрал я... Формируется аномалия жарко, да. Разбежались быренько. Это бандиты на меня сагрились, или на кого? Отойду я подальше, лучше. Ну, давай, давай. Да, 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 стреляют по мне. Смотрите, как дробь ложится. Мне удалось обмануть бандитов и увести Шустрого. Нет, замечательно. Я уже думал, что мне придется кричать «Горбатый!». Я же сказал «Горбатый!». Здесь чужой! Лучше научись правильно малявы писать. Нафиг оно мне сдалось, если у нас свой корабль. Сам? Ладно, пошли отсюда. Да внимание, чужой! Смысла. Нет, они все-таки сагрились на бандитов. Тебе крышка? Нет, ничего. Да, торчат уже, тут нет смысла, встретимся позже. Все, тебе хана. Ну, собственно, все на этом. Тебе крышка! Задание выполнено, освободить пленника мирным путем. Какие-то подвисания у меня. Чего раньше не замечалось. Так, и что здесь мы имеем? Флеш-диск, удобное устройство для переноса информации. Также артефакт из аномалии жарко, на минус 10 радиации, но также убивает выносливость. У нас есть для этого бенгальский огонь, поэтому я повешу на пояс. Еще один замечательный артефакт. И нужно сдать задание по поиску флешки, да? Музыкант из тебя еще тот. Класс. Шустрый спасен. Ого, ребята говорили, что ты там дал жару, что надо. Вот, держи немного денег. Это так, на память. Не считая огромной благодарности. Кроме того, есть у меня еще кое-что для тебя. Так, получена медуза, денег 500. Аптечка, гранаты. Забрать информацию у разведчика. Задание обновлено. Здорово. Так, смотрите, также присутствует новый диалог. Какая обстановка вокруг лагеря? Опять сапожище хреновые подсунули. Нестабильная, какая еще? Сюда бандиты. А вот такое вам как? Ненавидуются, боятся, но поблизости рыскают шакалы. Недавно какого-то одиночку недалеко отсюда порезали, серьезно. Еще ребята чуть живого нашли.
его ребята чуть живого нас не сейчас, он в подвале лежит. Его лекарь наш выхаживает. Что за одиночка? С виду простой сталкер, но точно неизвестный. Хочешь, пойти сам поговори, посмотри. Говорю, я его не знаю, хотя он тут не первый день. Тебя ведь слишком серьезно беспокоит чего. Есть такое дело. Так, недавно мне пришел заказ на динамит. Все, хотел отказаться, но не могу. Ну, в общем, это не важно. Динамит спрятан в тепловозе, который навернулся с рельс и валяется в пути. Там еще фонит дико. Кстати, о том месте нет. Кстати, в том месте нет колючки вдоль насыпи. Задачка несложная, нужно будет только найти этот ящик и принести его мне. От тебя больше ничего не требуется. Ну так как? Если вдруг со мной что случится, отнеси его на армейские склады. По рукам, я постараюсь найти динамит. Ну это вот уже хабар пошел. Вот. Так, еще тот. Вопросы. Неужто зависит на базе? Спасибо. Есть работа на приметке. На данный момент ничего нет. И поиск артефактов. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9.00. Этого дела будет. Так, медуза. Нет, это он нам дал выверт и дал медузу. Хорошо, также он нам принести флешку торговцу. Какую-то информацию по поводу. Это ты? Нет, это не он. Он говорил, что в подвал. Так, а это кто такой?